Всем привет! В этом видео я покажу способ выполнения вот такого несложного дизайна. Мастера красоты. Я уже сделала маникюр и выравнивание базы, и теперь приступаю к покрытию. На все ногти, кроме безымянного, я наношу гель-лак тонким слоем и подвожу под кутикулу тонкой кистью. Просушиваю 1 минуту и наношу 2-й слой. После просушки сразу перекрываю топом. Ноготь, на котором будет располагаться дизайн, я покрываю камуфляжной базой и отправляю в лампу на 30 секунд. После просушки обезжиривателем убираю липкий слой. Черной гель-краской рисую подмалевок и просушиваю 30 секунд. Наношу оранжевый гель-лак. Не просушивая, наношу белый гель-лак. Немного растушевываю цвета между собой полусухой кистью. Наношу зеленый гель-лак и отправляю в лампу на промежуточную просушку. Добавляю желтый гель-лак, немного растушевываю и полимеризую 1 минуту. После просушки дублирую черный гель-краской. Отправляю в лампу на 1 минуту. После просушки перекрываю топом.